Давняя традиция встречать Первомай запуском фонтана на площади Пушкина в этом году была нарушена. Не запустили его и в День Победы, 9 мая. Вместо воды в чаше появились рабочие, которые занялись ремонтными работами. Они демонтировали старые, пришедшие в негодность плиты в основании по фасаду фонтана и установили около 400 новых. Швы загерметизировали. Разрушение плиточного покрытия чревато тем, что вода попадет в основание фонтана, а затем и на оборудование. Погодные климатические условия у нас в этом году были жесткие зимой. И возраст фонтана все-таки он сделан давно. Мы периодически заменяем плитку, каждый год как бы делаем. Но в этом году просто произошло такое как бы массовое, да, повреждение плит. Вот, и было дополнительно изыскано финансирование для того, чтобы выполнить эти работы. В ближайшее время начнутся пусконаладочные работы, затем тестирование. В субботу, когда в областном центре отметят День города, водные струи поднимутся ввысь на максимальную высоту, и фонтан предстанет перед ивановцами и гостями города во всей красе.